Музыка вообще, это голос Бога. А голос Бога понятен и доступен всему миру. То, что я от жизни не получил, да, недополучаю или еще как-то, я это выражаю и могу выражать это в музыке. Хочется оставаться просто музыкантом, который радует людей своим творчеством. Есть. Вот можно здесь последний тоже? Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, Ярослав. Дни, часы и даже минуты певца и композитора Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом «Шаман», расписаны наперед. Но Светлана Шевченко получила ответы на множество самых острых вопросов, которые задают не только поклонники. Складывается диван, там матрас у меня, лежит подушка, и я в лежачем вот так положении на всю... в таком... ну, короче, удобно очень. Учитывая бешеный график артиста, в промежутках рассуждали на самые разные, как серьезные, так и житейские темы. Кто такой шаман? Что для него быть голосом эпохи? Почему поклонники стали ему родными? Как спеть с Владимиром Путиным и не зазвездиться? Какой единственный вопрос Ярослав Дронов задает своей дочери? Какими были его свадьбы? Почему в детстве у музыканта не было друзей? Кто оказал на него главное влияние в жизни? Посолим немножко. Перчику добавим. Все. Готово. Шаман ответил: признаюсь честно, мне хочется оставаться просто музыкантом, который радует людей своим творчеством. Самое ценное для меня, когда я вижу глаза людей на своих концертах, и они светятся счастьем. Я на каждом концерте говорю, что именно вы сделали сегодня меня самым счастливым человеком на этом свете. Если хочешь быть в тренде, подписывайся на самый честный и правдивый канал «Сплетни и слухи». Хорошо, звучит неплохо, я думаю, будет хуже. Увидимся. До новых встреч!